Добрый день, друзья. Сегодня четвертый день ремонта машины Рустама Рахмонова. Насыщенный день сегодня будет. Очень много мойки, грязной работы. Все сами увидите. Сардора опять нету. Он опять все третий день по своим делам. Приедет попозже, будет сегодня. Увидите его сегодня еще. Дальше все покажу. Пойдемте, посмотрите. Сегодня не могу, скажем так, не могу 4 дня ремонтировать только одну машину. Клиенты ругаются, поэтому пришлось взять машины в ремонт дальше. На улице еще стоят, чтобы не думали, что нету работы. Работы много. Что будем делать сегодня? Ассаламу алейкум, азизлер. Сізлерге азгина рекламный пауза. Көріп тұрғаныңыздай, каналымда розыгрыш кетіпті. Омадьор каналыда. Главный призымыз Volkswagen Polo. Яна 19 доллардан и 100 мыңды 100 доллардан қойғанма. Общий призымыз 120-ті. Билет санымыз бар еғы 1400-ті. Почти 10% YouTube. 10% YouTube, do'stlar. O'shaning uchun shoshiling. Do'stlar, biletlarimiz уже yarmini ko'p sotildi. Shu darajada ketadigan bo'lsak, tez orada o'yinni qo'yamiz. Do'stlar, shoshiling. Endi qonun qoidalarini tushuntirib o'taman. Do'stlar, 500 rubl atigi biletimiz turadi. 500 rublni Sberbank kartaga tashab, WhatsApp nomerimiz bor. WhatsApp nomerimizga сохранить chek qilib jo'natasizlar. Biz sizlarga tez orada билет номерізі жонат орамыз. Достлы, албатты, омадыңызды сынап көрей. Сегодня будем мыть, чистить, как я вчера говорил, и собирать. В общем, все сами увидите. Устал, конечно, уже четвертый день с ним, но что поделаешь. Так, ну что, начнем. Надо это все закрыть. Сейчас будем все чистить, чтобы грязь не попадала. По максимуму все закроем. Будем чистить, мыть. Так, все закроем. Сегодня работы много. Еще две машины надо сделать. Там генератор, здесь еще. Переднюю крышку снимем тоже. Тоже ее переклеим. Сами поменяем. Чтобы ниоткуда больше не потекло. Сальник деревянный. Все течет это, все это менять.
специальный шампунь автомобильный в химии. Так, ну что, все почистили, теперь надо все обезжирить, наносить герметик, клеить, сейчас обезжириватель специальный, обычный очень, обезжириватель, пройдемся, чтобы герметик хорошо схватился, никаких проблем, чтобы не возникло. Остался герметик, остатки герметика убираю, тоже его
еще один поток. Можно наносить герметик. Снимаешь? Да. Самое мое нелюбимое занятие. Мыть и герметик наносить. Аккуратная работа, не очень я ее люблю, но надо ее тоже делать. Это, кстати, очень хороший герметик Виктор Рейнс, бывает в тюбиках, но в такой тубе гораздо удобнее, ровненько ложится. Изнутри тонким слоем, в принципе, не обязательно, но на всякий случай, чтобы точно проклеилось. Конечно, за рабочим столом это не делается, но я могу себе позволить. Мастера все за верстаками делают, естественно. Все, ставим крышку. Сальник, как я уже сказал, будем потом менять. Будет удобнее гораздо. Но он и меняется на валу. Все, аккуратно, чтобы герметик съехал. Тут, в принципе, есть направляющий, поэтому удобно ставить. Крышку поставили и прикручиваем. Конечно, это мотор Ford. Их отличительная особенность: номера все какие возможно. Это, допустим, 11. Здесь используются головки 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22. Полная тележка инструмента используется. В отличие от японцев. 12, 14, 16, 18, 18, 10. Вот эти вот места, смотри сюда. Вот эти вот места, где стыки, чаще всего текут. Вот это самое-самое основное, где течет. Вот здесь, с той стороны такие же. Вот это черный налет, это весь оставшийся, все это надо убирать, полностью обезжиривать.
Ну что, ставим поддон. Вот так это все выглядит. Герметик нанесен. Можно ставить. Ой, в какую вот тут сторону? Нет. Так, аккуратненько. У нас направляющая. Лех, положи на стол. Спасибо. Не за что. Затягивать поддон будем специальным ключом, это динамический ключ. На нем можно выставить нужный момент затяжки. Затягивается поддон в два этапа. Первый этап 10 ньютон-метров, второй этап 16 ньютон-метров. Вот как это ставится, 9, вот это сейчас стоит 9. И еще один добавляем, это у нас 10 получается. Если мы до нуля провернем, будет 11. Вот сейчас у нас стоит 10 ньютон-метров. Докручиваем, чтобы не соскочил. Тянем. Привет, Рома. Если щелкнуло, значит все хорошо. 10 ньютон-метров затянуто. Чуть дотягиваем. Первый этап закрутили. Ставим второй этап на 16. Вот у нас 15. Вот у нас 16. И дотягиваем. Я уже от руки их подтянул, поэтому примерно. Сейчас выкрутим этот датчик, тоже промоем. Датчик уровня масла. Тоже промоем, почистим.
операционный стол, да. Стол для операции. Все чисто, красиво, аккуратно. Хозяин будет доволен. Все, ставим понтон. Все чисто. Никаких направляющих у него. Поэтому надо сразу аккуратно поставить его ровно. Сальник идет вот с такой оправкой. Многие не знают, снимают ее. Ни в коем случае снимать не надо. Она одевается на вал. Вот. Все, она оделась на вал. И сальник через нее
выставляется. Вот эта юбка выходит назад. Сальник облегает, как положено, вал. И ничего никогда не потечет. Ставим отправку. Час остался работать, приехал. Ишлерни битюрев. Буну пих куэсан гэпрэген. Я понял. Пих, не пойдет. Че, поехали дальше? Все, поддоны видели, поставили. Ставим навесной потихонечку. Сейчас генератор, компрессор на место. Потом масляный холодильник. Охладитель. Охладитель. Досле, мэнэ. Hozir butamonni teramiz motorni, hamma navesnoylarini qo'yib, keyin bugun уже ketishib qoldi. Mana bu tomonni terib olsak, уже kunam kech bo'ladi, keyin ertaga butamonni teramiz. Elektr, hozir kompressor, hamma narsalarni hozir qo'yamiz и batafsil ko'rsatamiz. Это сюда. Сюда. Эти, наверное, вот так. Издеваться от отхода, доски. Этот сюда, этот сюда. Нет, подожди, этот сюда, этот Сейчас его тяжело сюда засунуть. Ты пришел на полчаса, можешь прощаться. Дослер, инко вахт оладген нерсе, юб, тазалер, поеш болады, бу иште. Ушенчун, анчимуча вахтымыз ап койды бу нерсеем. Енді qolganini ertaga qoldiramiz, уже kun kech bo'ldi. Biz ham uyga borib dam olishimiz kerak. O'shaning uchun qolganini ertaga keyingi sonda ko'ringlar. Keyingi sonda batafsil tushuntirib, hamma narsani qo'yib, yig'ib, xuddi xolasa motorni o'rnatamiz, hammasini ko'rasizlar. Ko'rishguncha xayr do'stlar, keyingi sonda albatta kutinglar, biz qo'yib beramiz.